Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале «Голос правды». Сегодня у меня для вас замечательная новость. Наконец-то дом 2, вот этот, как я его называю, дурдом 2, закрывается. Телеканал ТНТ в пятницу сообщил о том, что не намерен, так скажем, показывать впредь шоу «Дом 2». С этим шоу уже в последнее время боролась общественность, писали даже петиции о том, чтобы закрыли вот это вот действие. Я помню, я в армию еще уходил, это было в 2004 году, уже в то время шел вот этот «Дурдом 2» натуральный. Но в то время еще какая-то цензура, что ли, была. Вот в последние годы, я не знаю, лет 10, там уже просто сплошной разврат. Я не знаю, драки, мат, это просто действие, невозможно было смотреть, натуральный дурдом. Как говорится, цирк уехал, клоуны остались. И, наконец-то, это телешоу закрывается, слава богу. Кстати, хочу обратить ваше внимание, вот сейчас задумался, телеканал ТНТ. Это ведь так называют взрывчатку ТНТ. По сути, телеканал ТНТ это взрывчатка для нашего головного мозга. Вот эти вот телешоу «Дурдом 2», они просто обучали молодых людей, как себя нужно вести в обществе. Но на самом деле, если бы вы хоть раз смотрели вот данное телешоу, вы можете сказать, что это телешоу очень ярко раскрывает нам тему о том, как нельзя себя вести в обществе. Понимаете? К сожалению, многие птенцы вот этого «Дурдома 2», вот этого разврата, сейчас разлетелись по интернету. Это Ксения Собчак, Виктория Боня. Они продолжают свою гнусную пропаганду о том, как нельзя себя вести в обществе. Хочу закончить данное видео стихотворением Валентина Гафта, недавно скончавшегося. Мир праху его. Вы знаете, в свое время адмирал Колчак говорил так: «Не трогайте артистов, кучеров и проституток. Они будут служить любой власти». От себя хочу заметить, что это слова, в общем-то, правильные. Но Валентин Гафт не был замечен ни в одном скандале, я не помню, чтобы когда-то про него говорили что-то плохое. Кроме того, вы знаете, перед смертью человек как-то начинает себя вести еще лучше, становится еще чище. Он как-то пытается вот эту мерзость вот этого нашего сегодняшнего дня из себя исторгнуть и предстать перед Богом. Все равно, так скажем, более хорошем свете. И вот я считаю, что эти стихи Валентина Гафта — это все-таки именно вот, как сказать, крик его души был Ксении Собчак. Ксения Собчак, такое стихотворение, как бы, офкос, я, конечно, не дура, любимое слово хочу, не лучшая в мире фигура, но к ней я вас всех привлечу. Кашу я под выскочку дуру, бесстрашная вся в кураже. В лице для меня не халтура, давно я как клоун уже. Я стала богатой и честной, без всяких натяжек лица. Я Ксения Собчак, вам известно, не жаль мне ни мать, ни отца. Друзья, если вы рады, что наконец-то «Дурдом 2» закрылся, можете поставить лайк под этим видео. Если вы расстроены, то поставьте дизлайк. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. До свидания, с вами был Олег Бурылов, ваш голос правды. Народ, извините, забыл упомянуть еще одного человека, который прославился на всю страну, я бы даже сказал, на весь мир своей тупостью. Ольга Бузова, это был один из участников «Дома 2», и даже она была ведущей, представляете? Вылетело из головы совсем. Давно уже не смотрел эту галиматью, так что извините.